Легенда о воине-драконе очень древняя и героическая. Она окутана покровами из вечной неведомой таинственности и содержит пророческие наставления великих мастеров кунг-фу прошлого. Ну, и она единственная, в которой важнейшую роль играет вкусный суп с лапшой. Однако даже при всем при том, воину-дракону нелегко было поверить в мироздание, в пророчество и в самого себя, когда он оказался перед лицом труднейших испытаний. Отдай мне свиток! Воин-дракон забрал свиток! Он уже на другом конце Китая! Ты никогда не получишь свиток! Эй! Как это? Ой, ступеньки! О, что ты делаешь? Отпусти его! О. Кто ты такой? Я случайно не... Приятель, я воин-дракон. Ты? Он? Он же панда! И что ты сделаешь, здоровяк? Сядешь на меня сверху? Хуже. Нет, я использую вот это. Победит Тайлу. Ah!
конечно. Ну нельзя же вот так заявиться из ниоткуда и стянуть чужой свиток. Удар кулаком, детка! Найдена фигурка Тай Луня. Наконец-то! Чтобы исполнить мое предначертание! Твои умения лишние! Ничего и не понял, да? Истинная сила исходит не от листка гума. Она идет из тебя. Почувствуй бурю! Ты не можешь победить меня! Ты просто большая толстая панда! Я не просто какая-то там панда. Я та самая панда. Да. Вот оно! Поздравляю!
Я чуть было на это не купился. Закуси-ка вот этим. Я чуть было на это не купился. Наперсток Вуджи! Ты знаешь этот захват. Тогда ты знаешь и то, что самое сложное в нем. Уборка, когда все позади. Шифу не учил тебя такому захвату. Ты прав. Я его сам придумал. Скидыш! Свершилось! Наконец-то пророчество осуществилось! Ага, ну да, так держать, по! Вот он я! Говорят, воин-дракон обрел свой путь, когда заглянул, наконец, туда, куда следовало, вглубь самого себя. И даже пятерка с этим согласна. Герой был не единственным, кто отыскал свой путь. Мастер Шифу обрел единение со Вселенной. Он медитирует. Или просто вздремнул. Кто знает. У мастера Шифу был счастливый вид. Выглядело это слегка устрашающе, но, впрочем, после победы над Тайлунем и освобождения деревни, воин-дракон мог составить компанию своему учителю в медитации. Одни говорили, что в ту ночь он, наконец, обрел внутренний покой, другие, что он принял свою судьбу, но все соглашались с тем, что он разительно переменился. По счастью, он нашел, во что переодеться. Но не было времени купаться в лучах славы. В мире еще много безнаказанного зла, невинных жертв и неотвешенных пинков. Но это уже совсем другая история.